Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы поиграем в игру под названием «Бен и Эд». Это игра про зомби, который пытается поймать своего друга Бена, помочь ему и так далее. И из него сделали огромное шоу. Вы бы хотели посмотреть на здоровое шоу, где вы смотрите на зомби, который пытается справиться с препятствиями? Я бы посмотрел! Куча фотографий на стене. Эй? Хорошо, в эту комнату мне не надо. Там просто много рож главного этого злодея и кровь. Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы сделать кикфлип. А, это не кикфлип, но кувырочек. Ха! Кувырочек! Йо! Отлично. Так, парочка баночек. Хорошо, здравствуйте, дядя. Здравствуйте, дядя. Фак, дядя! Вот, все нормально. Это город? Это вот как город сейчас выглядит? Он выглядит не очень хорошо. Оу. Фу. Фу. Фу! Обрежьте себе ноги и проползите туда. Почему бы и нет? Мне кажется, хорошая идея. Что здесь делать все это? Это огромный... А, нет, мне показалось, вот это вот, где я бегаю, это огромный кекс. Нет, это просто урна. Я могу сюда пролезть? Да, я могу сюда пролезть! Эй! Здорово! И что мне теперь тут делать нужно? А, мне, наверное, нужно... Да, мне нужно бросить туда голову. Голова в полет! Ей! Сломайте... Да, мне написали, чтобы кинуть свою голову туда, нужно сделать вот так, понятно. Стоп! Я не должен был этого делать! Да! Иди сюда, тело, ты мне нужна. Хоп! Еее! Я с одного прыжочка туда залетел. А вот теперь полетела головушка, есть! Сходу! Сходу с одного броска! Прямо в лунку! Тыщ! Мне нужно сломать все, что... Можно сломать? Почему резко все затихло? Ой, мне это не нравится. Хотя я зомби, чего мне стоит... Я... Бен! Бен, иди сюда, ублюдок, я тебе... Мразь толстая! Ей! А в жопу Бена. По крайней мере, здесь есть музыка. Level complete. И у нас открылся 5-й уровень. С клоуном. Все любят клоунов, называется уровень. Нет. Я не люблю клоунов. Когда-то в детстве я подошел к клоуну, который был в Макдональдсе, и сказал, можно мне, пожалуйста, Биг Тейси? А он просто взял и плюнул мне в лицо, потому что... Я не могу придумать хороший конец этой истории. Сами придумайте. Чекпоинт. Здрасте. Слушай, давай-ка я сделаю чуть по... А, я не сделаю чуть потише. А, не, я сделаю чуть потише. Все нормально. Какого рожна здесь это странная вещь? Хорошо, пересобраться. Ну давай, клоун, посмотрим, на что ты... Мать твою! Чувак, ты чего? Я только пришел. Ладно, давай. Ладно, давай посмотрим, на что способен. Первый... Сука огромная. Ладно, у нас с тобой, походу, ничего хорошего не выйдет. Вставай! Вставай, он хочет тебя убить! Это клоун-маньяк, он убивает бедных зомби! Есть! Хватит падать! Балда! Куда мне вообще идти? А, вон, вижу, дыра! И там стрелочки показывают, мне туда нужно идти. Хорошо? Мать твою! Хорош! Вот, он сзади, я могу обойти. Аккуратненько, главное не спидовать. Все правильно, ломай все там. Ха-ха! Есть! Оп, сломать! Твою ж! Хвати меня под ки! Что еще произошло? Он даже меня не тронул. Ты думаешь, ты меня этим кровь? Ты думаешь, ты меня этим возьмешь? Вот эта фигня меня не затронет вообще никак ни разу. Игра, хватит прикидываться Марио. Давай быстрее, давай что-нибудь сделаем с этим злодеем. Я могу... Что ты упал? Он там буквально... Что ты падаешь? Здесь ничего нету! Я могу как-нибудь... Что с тобой не так? Я пролетел сквозь стену! Ехала-мехалай! Оп! А, он, наверное, меня своей рукой подкидывал. Нет! Блин. Опа! Хорошо. Сюда. Теперь сюда. Сюда. Есть. Изи-пизи. Изи... Проломай, ты просто эти деревяшки своей глупой головой! Что там встал? Ты умер? Эй!
Эй! Чувак! Походу я умер. Я не знал, что так можно. Вон там, вот туда мне нужно. Ага, зомби! Ой, тьфу ты зомби. Ага, клоун! Ты меня не возьмешь? Есть. Все, дальше уже должно быть легко, если я опять не умру. Это было ни разу не честно! Бум, хорошо. Бум, хорошо. Давай. Я засмотрелся на этого парня. Я засмотрелся на этого парня и просто пробежал нужный поворот. У тебя есть пила! Хорошо, мне не нужны ноги. Хватит подпрыгивать! Прекрати этот свой брейк-дансовый щец! Вот, я надеюсь, ты допрыгни! Молодчина, молодчина, хороший зомби! Я не уверен, что я смогу пробить ту деревяшку, но ладно, разберемся. Клоун вроде бы там, поэтому у нас проблем не должно быть. Оп! Ага! Все идет отлично! Сейчас еще раз должен быть. Опчина, оп! Да твою ж мать! Ну, не получилось первые 5 раз, получится в 6-й, правильно? Правильно. Бог любит 6. Не очень. Он любит 3. Ну ладно, бог любит троицу. Я пройду 6-го раза. Это так надо. Оп. И сейчас. Оп! Что ты делаешь, Эд? Зачем ты попытался прокатиться на его ладошке? Это, конечно, отличная идея, я не спорю. Но не надо, не надо. Оп! Есть! Все, я понял, просто надо было его бэкфлип... Нет, просто надо было кувырочком пробить. Есть! Отлично! Где там твоя рука, ты поганец? И... огромная... Так... Я так понимаю, мне нужно в нее... Не, голову положи. Бум! Get track, bitch! Это раз! Это раз! Ты у него глаза-то перекрючивай. Это раз! Сейчас будет два! Я так понимаю, мне нужно теперь на эту идти. Че ты такой буйный? Прекрати! Хватит все ломать! Криплет Синди. Синди, ты! Страшная. Руку давай! Руку давай, сволочь! Вот, молодец. Правильно выбрал тру... Воу! Он быстрый теперь! Правильно выбрал траекторию! Еп! Ха-ха-ха-ха! Ты что, серьезно? Серьезно ты думаешь, что меня этим возьмешь? Сучка! Крашеная! Еп! Ничего! Первый раз не смог, во второй раз смогу. Почему он крутится в разные стороны, или мне кажется? Или я не туда бегу? Нет, все, я правильно бегу, он просто в рандомные стороны. Да хватит, падай ты туда! Ау! Ладно, я понимаю, что это мой косяк, но... Мне постоянно кажется, что он пробежит через вот эту маленькую-маленькую милипипическую дырочку, что он сможет пробежать своими никчемными зомбичевскими ногами. Но он не может. Он ничего не может. Оп! Хорош! Хорошая попытка! Оп! Есть! И сейчас еще! Оп! Все, теперь главное никуда не упасть! Теперь... Оп! И сюда! Да! Вот так мы это и делаем, залази! И теперь давай ему прямо в его затылочек! Нет! А! Браво я! Браво я! Винди, ты лучший! Я не знаю, как я по нему попал! Все, он, похоже, вошел в режим берсерка. Ленька кружит, Ленька кружит. Но тебе, дынная дерьма шлепина, это не поможет. Воу, воу! Фига ты делаешь? Ау! Что делает? Ты видел, как он миксовал сейчас? Воу. Дружище. Дружище, прекрати это безумие. Ау! Я почти добежал, но в самом деле... Я там был в метре от моего местоположения, куда мне нужно было идти. Вот. Он прямо сзади меня! Он прямо сзади меня! Есть! Есть. Все, мне все пофигу. Так, нужно... Сука! Сволочь! Скотиня! Ука! Я думал, что он меня сейчас закинет куда надо. Он меня так хорошо подкинет. Да хватит! Прекрати это делать! Это не по правилам! А! Падла! Скотина! Не кидай меня! Мразь! Нет! Он мне еще и ноги оторвал. Мне эти ноги были нужны, чтобы быть хорошим бегуном! А ты мне все будущее испортил, тварь! Оп! Есть! И... Не подкидывай меня! Это была хорошо сработанная комбинация! Он меня...
подкинул, а потом рукой сразу, оба, подсечку такую отпустил. Вставай, 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 Эд! Нет, не падает, не падает! Нет, Эд, хватит делать брейкданс, Эд! Эд, молодец, Эд! Нет, 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 не ломай меня! Не ломай меня полностью, дружище! Есть? Сука! Как ты меня достал? Ау! Эй! Я почти долетел до туда, до куда мне нужно. Вот, он в другой стороне. Он далеко от меня. Я могу пройти. Я могу быстренько пробежать. А потом главное не останавливаться, потому что он меня скидывает. Он всегда меня скидывает. Вот, отлично, отлично, отлично. Он крутится. Перепрыжка. Есть. Оп. Есть. Оп. А-ха-ха-ха. На-ха. И. Еп. А? Куда мне дальше? Сюда? Уи. Куда мне? Туда подняться. Там бо... А, вот, вот, вот. В ту сторону. Не вопрос. Говно вопрос, сейчас решим. Не мог бы ты подняться? Нет, нет. Ха-ха. Я думал, у меня сейчас откинет. Сейчас у меня прям дрожь прошла. Да хватит. Какая мразь, какой садист. Поставил там эту дырочку маленькую. Вот, сразу. Смотри, я предращился. Предращился. Оп, на изичах вообще не замечаю. О, ты видел, как я смог? Ты гордишься мной? Я бы собой гордился. И теперь сразу, свинтил. И главное, не попасть в дырочку. Главное, не попасть в дырочку. Туда мне нужно. И там много перепрыжечков будет. Неприятно, неприятно. Но мы как-нибудь справимся с вами. Еп! Мы как-нибудь с этим-то клоуном-то совладаем, да? Че нам этот клоун? Говно он постный, а не клоун. Еп! И последний. Уи! Есть! Ну что, клоун? Ты готов? Ты готов? Ты готов? Залезь в нее! Молодец! Ты готов? Скажи свое последнее слово! А меня не волнует твое! На! На! Ты меня все! Все! Вообще пофигу! Смейся надо мной, не смейся надо мной! Ты еще будешь сосанди делать! Сука! Хорошо, ты вот сейчас будешь сосанди делать. В прошлый раз это я так шуточки шутил. А вот сейчас я... Нет, нет, аккуратно. А вот сейчас я тебя реально покараю. А, Эд, вставай, Эд, вставай, Эд, вставай, вставай, Эд, вставай. Хватит танцевать, Эд. Ну вот, молодец. Он постоянно меня подкидывает. Еп. Чую, 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 чую. Ты видел? Я прям паучье чутье прокачал. Спиной увидел его. Оп, 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 оп. И в дамки. Хорош. Хорош. Что делает-то, Эть? У, молодец я. Хе. Попыточка засчитана. Нет, не в этот раз. Оп, не в этот раз. А вот это было близко, но нет. Почти получилось. Продолжай пытаться. А все, теперь не пытайся, ты сосешь. Залезть. И теперь главное самому не нафидить. Может, залезть сюда. Зомби. Молодец. Так, ждать, 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 ждать. Бум! Оп! Да сволочь! Да ха-ха-ха! Да ха-ха! Я слишком молод, чтобы получать по лицу! Вот, вот, все, правильно. Ломай все там. Не подкидывай меня, ну бро! Есть! Есть! Ха-ха-ха! Повелся?
Повелся щегол вонючий! Повелся баран Ботсон! И заметьте, это не мат. Ни баран, ни Ботсон, и не мат. Сейчас он поднимет снова свою руку. Поднимет. Вот же ты сволочина поганая, как он резко попытался это сделать. Но твой трюк со мной не прошел. Как я говорил раньше, бог любит троицу, поэтому в третий раз. В третий раз я попаду по нему из пушки. Собою. Потому что могу. Потому что я верю в себя. Еп. Давай. Ты готов? Надо взять повыше. И вот сейчас. Выкуси. Кто сосет, ты сосешь. И на хорошую память, да? Чтоб все было хорошо в будущем. И еще раз зулю. Хорошо, хорошо. Все, теперь можно продолжать. Теперь может бежать дальше. О, много же пота этот клоун вызывает. Мне лениво эти баночки вверху собирать. Бен, дружище! Вот всегда так. Ты дерешься, дерешься, дерешься. Побеждаешь клоуна. Заставляешь клоуна сосать. А потом Бен такой говорит: пошел ты! И уходит от тебя. Жизнь несправедлива, когда ты зомби, чувак. Жизнь несправедлива, когда ты зомби. И жизнь несправедлива, когда ты курица, которую сунули в задницу. Что-то страшное, потому что у нее глаза такие. Ладно, ох, это выглядит... Вот это выглядит страшно. Ладно, ребята, на этом мы, наверное, на сегодня закончим. Хватит с меня этого гнева. Хватит, клоун меня выбесил. Бонус левел? Ладно, зомби... Ой, этот клоун меня выбесил. Поэтому встретимся с вами в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. И всем пока-пока-пока. И удачи.